Итак, смотрим, бревно березовое, все в этих грибах. Минут через 15 посмотрим, во что оно превратится. Ну вот, кору я снял, слегка отбил грани. Сейчас еще пройдусь по ней, выровняю грани, и можно будет из нее грядку делать. Это, кстати, люпин лезет, тот самый красный, который очень долго цветет. И все в борщевике. Откуда-то семена летят. Ну, у нас соседи не ездят. Короче, сроду столько не было. Здесь вот на одной вот этой клумбе, которую еще не копали, вот этих борщевиков. А он самый здоровый. А здесь елейник ни разу не цвел. Здесь этот мак восточный вылез. Так, ну вот, закончил. Я ее немного сделал не квадратного сечения, а прямоугольного. То есть она как бы повыше, но несколько уже. Бревнышко, то есть можно теперь его пускать на изготовление грядок. Ну, вниз я обычно делаю бревно, ну, как бы не гнилое, а вот это подопревшее уже второй, третий ярус. Там они долго служат. Ну и плюс получилось целая куча дров из этой бересты. То есть бересту я снимаю, потом отдотесывать иду уже на огород. А вот в этом месте я это бревнышко сегодня дотесывал. То есть тут слой щепы уже положен, правда тонкий. Тут местами земля просвечивается. Вот. Эту грядку я делал самую последнюю осенью. Немного не доделал. Вот. И получается вот она. Ну, короче, ее деревянная часть сделана. Остается здесь ее перекопать как следует. И, наверное, помидоры здесь посадим в этом году. И потом еще несколько лет она будет неплохо служить. Вот это щепой засыпана дорожка в этом году. А вот так я начинал эти грядки делать, когда у меня материала много появилось. Ну, самые первые грядки я просто палки клал. Ну, дети маленькие были, чтобы не наступали на края грядки, потому что к середине сезона, точнее, к концу уже там пол грядки стаптывали. А это я уже приподнимал. Но вот они, это еще я делал из кривых вон палок. Вот. Здесь с краю посажен рогатый лук. Вот. Здесь мята торчит. Здесь я одуванчики поковырял маленько. А вот это в ведре сидело. Это мои покупки были в том году, которые через Авито покупал. Это лилии такие бордово с беленьким. Вот это я не помню. Какое-то мелкое растение. А вот это лимонник. Он чуть живой. Вот я сейчас грядку собираюсь сделать, буду выкапывать это и рассаживать. Ну, а потом грядку делать по-человечески, ну, примерно вот в таком стиле, как вот эту. Это тоже была старая грядка, я ее отремонтировал.